Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф 888, мы продолжаем играть в Diablo 3. И мы в замке Леорика, где нас не особо-то с почестями встречают. Так. Так, идите нафиг. Просто нафиг. Считаются слабыми демонами, но и они намного сильнее любого человека. Мне удалось обнаружить в соборе свитки с темными заклинаниями, начертанными архиепископом Лазарем. С их помощью можно призвать этих демонов. Ага. Уповаю на то, что никто не переписывал свитки, и страшное знание будет утрачено навеки. Окей. Мы только что прибыли в Тристрам. Должен признаться, я несколько разочарован. В этой глуши только крестьяне до развалины древнего монастыря. Королю Хандараса не подобает жить в таком месте. Мне совершенно непонятны мотивы Лазаря, так рьяно настаивавшего на том, чтобы перенести столицу в этот город. Понятно. Окей, давайте в город забежим, чтобы разобрать вот эти вещи, что у нас хлам валяется. Разберем их быстренько. Так, хлам наш. Нет. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это все мне не нужно. Абсолютно все. Вот это может быть интересным. Ну нет. Это для спутника. Пускай будет. И хорошо. А нет, еще что-то не разобрал. Это посох. Да. Все, давайте скинем все вот эти вещи. Это у меня принтер внезапно ожил. Я аж напугался. Ну да ладно. Извините за этот звук. Так. И все. Обратно в замок Леорика. Куда нам тут идти-то нужно? А, так, стоп, я вправо туда не сходил. Быть может, сюда и нужно. Куда-то в эти Его стороны. Не остановить! Смертным не дано с такой легкостью убивать нас! Он здесь! Так, сейчас нафиг всем наваляем тут. Я так Задержите думаю. Его. А я спущусь в подвал и призову его смерть. Так, так себе. Фигню дали. Новое умение доступно. 19 уровень. Так, энергетический взрыв. Что он делает? Чародей накапливает энергию, чтобы затем использовать ее для разрушительного взрыва. Супер-пупер. И еще два вот тут новых. Энергетический вихрь, он может затраты на использование умения энергетический вихрь снижаются. Урон от данного умения становится уроном от холода. Холодный ветер. Ибо они нет. Забыли, что это. Возьмем это. А здесь у нас клинки и огненные. Нет, и мне по-прежнему нравится ледяной шип. А здесь у нас ничего нового не появилось на 20-м гениальность. Так, при произнесении базового заклинания чародей восполняет 5 единиц магической энергии. Забавно, но пока не нужно. Они распытали. Они сполна заплатили за свои грехи. Но здесь был еще один пленник. Человек в лохмотьях. Да, человек с золотыми глазами. Магда увела его вниз, в старые пыточные Леорика. Угу. Я убью Магду за ее злодеяние. Да, нам это определенно надо сделать. Побежали в старую пыточную. Найдем Магду и завалим ее. Что-то она приборзела конкретно. Ага, пыточная. Лишнее зло не скрывает свое лицо. Так,
Ну вас, ребята, нафиг. Закрыли портал. Эти типы его вызвали. Зачем-то. Сегодня я стал свидетелем очень странного ритуала, проводимого сектантами. Один из них стоял недвижим, пока другие вонзали в его хребет длинные клинья. При этом он не погиб. Скорее наоборот, его тело словно наполнилось силой тьмы. Мне никогда не доводилось видеть столь чудовищного обряда. Угу, понятно. Так, ну это все мелочно, не лучше не размениваться. Побежали, найдем серьезного противника. Он здесь где-то определенно должен быть. В этих пыточных. Оу. Так, это тоже ни о чем, ребята. Валим, валим, валим всех. Идем сюда. Вот, тут из огня вылазят всякие разные. Мне нужно, по идее, найти второй уровень. И сделать это максимально быстро. Не хочу размениваться на всякую шушеру мелкую. О! Так, стоять бояться. Блин, а? Меня тормозят. А, жесть. Отлично. Ну все, гады. Получайте за все. Блин, да они толстые. Так, одного завалил. Довольно толстые, ребятки. Энергии слишком мало. Так, этот вообще какой-то огненный. Ты тоже получи. Фу, жесть. Чуть не помешали убить этого лепрекончика. Так, что-нибудь полезное из него выпало. Так. Это может быть. Да. Это поинтереснее, чем то, что есть у нас. Ну, не особо. В принципе, лишним не будет. Это точно. Это просто мясо. Неинтересно. Так, мутировал типок. Получи. Топоры. Пробегаем, пробегаем всю эту дерьмо. Да, второй уровень рядом. Хорошо. Не хотелось на этом уровне долго задерживаться. Тут тем более ничего интересного нет. Так, вот на втором уровне вроде как что-то поинтереснее. Или же нет. Во-во-во. Сколько вас? Хотя бы мясо. Тоже так себе. Ну, какой-никакой опыт за них дали. Это и то хорошо. Угу, по прямой надо бежать. Так, собачки. Фу. Фу, собачки. Угу, войти к переправе в высокогорье. А вот и переправа. Отлично. В проклятую крепость нам теперь необходимо войти. Пойдемте. Так, слабачки очередные. Рядовые, пушечное мясо. Рядовое, вернее. Так, куча зато их
Ладно. Давайте всем раздадим. Что, не ждали? Что хорошо, у мага куча массовых всяких таких заклинаний, что весьма полезно такие пачки складывать. Хотя у того же монаха, за которого я тоже играю, хватает массовых заклинаний. Они, наверное, тут все наделены в той или иной степени массовыми заклинаниями, ну и массовыми скиллами. Я Асила. Когда-то я была супругой нашего возлюбленного короля Леорика. Меня и мою свиту погубило его безумие. Я благословляю тебя, Вейти, и прошу освободить моих людей от нескончаемых мук. Угу. Людей освободить. Это мы можем. По идее, почему нет? Особенно если по пути. Побежали, побежали. Нам надо быстренько найти 6 душ. Оу. Враги наши по-прежнему всякое мясо, на котором мы можем особо... Ой-ой-ой, вот это заклятие вообще не люблю. Оно дамажит довольно-таки неплохо. Вот гад. Мы порвем этих тварей в клочья. Это этот гаденыш накладывает эти заклинания. Какое чудовищное создание. Терпеть их не могу. Так. О, значительно лучше, чем то, что у нас. Хорошо. Так, я по-прежнему довольно пафосно выгляжу. Какой-то бы шлем по умать не найти. Ага. А вот первый узник. Так, улучшайте. Ищем дальше. Где-то они тут должны быть все. Так, еще один. Боги решили положить конец. Отлично. Слава Акарату! Так. Чутка опыта. Что? Кто посмел? Кто там что гундит? Какой-то там демон. О-о-о. Вот эти ребята вредные. Хорошо. Так, ищем мы дальше. О, синие. Это... Я не готов. Определенные проблемы. Ну, небольшие. В принципе, зато опыт. Опыт это хорошо. Диабло это опыт вообще очень и очень хорошая штука. Так, получайте. Толстые все-таки. Толстые ребята. Из них ничего путем, конечно же, не падает. Но, по крайней мере, опыт. Опыт это всегда полезно. Где? О, сундук. Нифига хорошего. Смотрим дальше. Так, и 20 уровень, в принципе, не за горами. Что, не ждали? Походу, совсем не ждали. Мы их врасплох настигли. Говорят ли так? Оу-оу. Настигли врасплох. Вот так вот правильно, наверное. Так, ребята.
Спокойно, преспокойно ведите себя. Устроили здесь. Так, как туда попасть? Так, еще один товарищ. О, лепрогномик. Нафиг иди сюда. Гибни нафиг, я тебе сказал. Гибни, гибни. В тебе может быть что-то полезное иной раз. Я в это верю. Ну, не в этот раз определенно. Так. Да, вот они. Как минимум трое. Так, один. Боги решили положить конец своим мучениям. Еще один. Стража! Сюда кто-то проник! Да ладно. Расправьтесь с ними! Боги решили положить конец своим только мучениям. Прочухал. Слава стражник там. Со стражником нам предстоит схлестнуться довольно скоро. Как только мы, походу, последнего спасем. Последнюю душу, вернее. Спасем. Так, ладно. Побежали. Где-то здесь она неподалеку должна обитать. Последняя душа. Вот она. О! А вас тут немало так, что ли? Давайте ложить все это мясо. И вон того суммонера тоже завалим. Хорошо, у этой атаки дистанция просто бешеная. Я могу свободно, не парясь, доставать их. Хан собрал самых преданных и закаленных последователей Закарума. Он обучил их пользоваться силой свет. Свобода! Благодарю тебя, герой. Теперь мои слуги свободны. Но так, надзиратель. Все еще давлеет над этим местом. Найди надзирателя в центре подземелья и положи конец его злодеяниям. Пойдемте убивать надзирателя. Вот тот чувак, который все кричал, возмущался. Теперь нам надо с ним покончить. Ну, по идее, это не должно составить особых проблем, насколько я помню. Где все? Мне что, придется все делать самому? Ну хорошо. Иди сюда. Вот и надзиратель. И прими кару за свои преступления. Пока он там говорил, мы его почти уже победили. Пока. Все. Отлично. Давайте умения. Так, тут куча новых. Начнем. Мне нужно научиться. Корвок, 20 уровень, бодрость. Так, восполнение ресурсов увеличивает. Так, ну давайте стража возьмем. Когда у меня мало здоровья, он бросится на помощь, отбрасывая ближайших противников и исцеляя меня, что, в принципе, полезно. Так, тут что у нас открылось? Вокруг чародея вращается несколько сфер, которые взрываются при приближении противника. В принципе, интересно. Но вот эта вещь мне пока больше нравится, определенно. Так, алмазная кожа. Призма. Во время действия эффекта алмаза кожа затраты маны, энергии на применение всех умений снижаются. Прикольно, но замедление времени мне пока больше нравится, опять же. Ледяной доспех. О, магическое оружие. Чародей наделяет оружие магической силой, которая улучшает его параметры. Давайте ледяной доспех оставим. Здесь надо умение выбрать. Гениальность. Хрупкий разрушитель. Вес наносимый урон увеличен на 15, но при этом показатель брони сопротивления ко всем видам урона снижен на 10. Блин, а? Жажда энергии. Гениальность.
Магическая стрела, шоковый разряд, призрачный клёв. А у меня что? Магическая стрела. И что у нас получается при произнесении так? Базовое заклинание, чародей восполняет 5 единиц магической энергии. Быстрее будет магическая энергия восполняться. Давайте хрупкого разрушителя возьмем. Такое экстремальное немного умение, которое увеличит нам дамаг, но слегка уменьшит нашу защитные способности. Проще говоря. Защиту нашу уменьшит. Совсем просто, если сказать. О-о-о. Это только разминка. Да. Куча просто мяса. Так. Ну там ничего интересного. Там просто покажут казнь короля Леорика, которая... Так, ничего интересного. И что у нас? Найти зал страданий. Так, пока. Давайте этих всех сразу нокаутируем. Придумали тут всякой фигней страдать. Надо их за это наказывать. И белые шмотки. Ну ладно, на ресурс только если их разбивать. Больше смысла особо никакого они в себе не несут. Так, давайте этих всех накажем. Развели тут, блин, кружки оккультистов. Надо всех их хвалить. Силу они явно лучше понимают, чем обычные переговоры. Да, определенно лучше. Так, что в сундуке? Ничего хорошего. Так, дверь. Не был уничтожен вместе с тем, кто им правил. Так. Мне тяжело находиться в замке, который сейчас является нашим домом. Но юный Альбрехт, кажется, чувствует себя в нем весьма уютно. Может быть, причина моих страданий в переизбытке флегмы в организме после переезда? Все может быть, чувак. Может, и в этом дело. Нам надо как-то выбраться. Так, валим сначала этих. Потом концентрируемся на этих. Ничего сложного. Я не готов. Разметаем их. И валим. Мне нужна энергия. Так, все, пока, ребята. О, призыватель. Нашлись мне тут призыватели. Все, пока всем. Всем пока. Воу. Нелегко их будет убить. Да ладно. Не думаю, что уж прям такая проблема. Блин, подо мной прям разводят. Так, минус. Пока-пока. Все хорошо. И с этими ребятами справились. Так, а мне сюда вообще не нужно было спускаться, отлично. Ага, тогда дальше. Так.
Так, валим мы этих всех. Так, и где я зал страданий найду? Я тут уже был, да? Что это собрано? Магическая сфера. Тоже неинтересно. Что-то, блин, нифига я зал страданий не нашел. Ладно, тогда валим в эту сторону. И вот сюда. Быть может, он где-то здесь. Блин, толпа прям нешуточная, да? Так, толстопузы. Гибни, могильный уволень. Пока просто делай и все. Молодец. Что-то они в дверь, что ли, протиснуться не могут такой толпой. Получайте тогда. Я не против. Блин, подо мной заклинание это поставили. Не особо веселое. Так, ладно, отсюда тоже надо сваливать. Воу-воу. Да, ребята, как вы это посмели? Как только решимости набрались на чародея нападать. Нафиг сразу просто выстегиваем их. Когда я уже отсюда выберусь? Вот в чем вопрос. Неинтересно. Одиночные цели вообще не вижу смысла атаковать. Так, эти складываются довольно быстро. Довольно просто. Тоже довольно просто. И наконец-то выход. Найти зал страданий. Нашли. Нашли зал страданий. И вот он, босяка. А где же Лия? Наверное, осталась в Тристраме. Рыдать над трупом этого старика. Она и тебя оплачет после того, как ты познакомишься с мясником. Да, мясник, привет. Он веселый довольно парень. По нему видно, что он прям душа вечеринки. Душа любой компании. И вообще отличный собеседник. Так, валим. Воу-воу-воу. Начинает свои дела. Получай, короче, кучу урона. Так, так. Вот по огню мне бы бегать вообще не улыбалось. Мясо ему хотеть. Не, чувак. Он меня немножко оглушает. Подмораживается. От меня же. Что приятно. Косой. Ой-ой. Подморозился. Так, нафиг, нафиг. Чувак, ты так не лютуй. О-о-о-о-о. Так, давайте отопьем. Сцелимся. А то он себя вообще неадекватно начинает вести.
А, почти поймал. Так, давайте уже убьем его. Ну, гибни. Пока. Я больше не унесу, чем тебе кажется. Правда, о демоне, называемом мясником, оказалась еще более невероятной, чем я себе представлял. Очевидно, в глубинах преисподней обитает множество подобных монстров, которые раньше подчинялись только самому дьяволу. Мясников собирают из частей тел других демонов, после чего вдыхают в них жизнь с помощью темной магии. В итоге и получаются чудовища, обладающие силой различных тварей из преисподней. Ну, круто. Во всяком случае, мы его завалили. Так, редкая. 25-29, 61 броня, остальные 2 единицы здоровья. Чуть лучше, чем у нас. Арбалет нам не нужен. Пояс. Пояс лучше. И неопознанная шмотка, дубина. Блин, легендарка и дубина. Не очень повезло. Смертоносный дробитель. А нет... Повезло, 94 к интеллекту, 3 скорость, 40 урон. Что, я буду с дубиной бегать? О, как у меня маг. У меня суровый маг с дубиной. Почему нет? У нее 94 к интеллекту, урон от холода. Восприятие 50 здоровья при убийстве. 50 единиц. И опыт при убийстве дает. Ну, почему нет? Еще одна легендарка. По-моему, с этого босса она гарантированно выпадает, легендарочка какая-нибудь. И это хорошо. И по идее это уже конец первого акта. Если я ничего не путаю. Побежали. Так, где это мы вообще? Да, вот, пытают. Надо спасти этого товарища. Сейчас и затестим киянку нашу. Был архангелом на небесах, воплощением справедливости. Я Тираэль. Да, круто, что ты вспомнил. Ты вернул мне память, и теперь я вспомнил, какую весть я нес. Белиал и Азмодан, последние владыки преисподней, подняли волну тьмы, которая захлестнет этот мир. Тень Белиала уже пала на колдей. Белиал, с радостью прикончу владыку преисподней. Это будет интересно. Надо действовать быстро. Возвращаемся в Тристрам. Нужно собираться. Воу, новый клевый луч. Прям вообще круто смотрится. А еще у меня призыв Гидры. Что это? Энергетический взрыв. А где гидра? А вот и гидра. Прикольно. Я взрыв что-то не использовал совсем. Ладно.
Так. Да, куча шмота, которые надо сломать. Делаем это быстренько. Легендарки я пока не ломаю. Посмотрим, может быть, пригодятся для чего-то когда-то. Быть может и не пригодятся, кто их знает. Но в любом случае, пока не ломаю сюда коллекцию. И давайте дальше. Времени почти не осталось, друзья. Влияние Белиала на колдей растет. Но как мы найдем Белиала? Искать не придется. Магда и ее последователи сами приведут нас к нему. Я никуда не пойду, пока душа дяди Декарда не обретет последний покой. Да, воздадим Декарду должные почести, а потом отомстим его убийцам. Я нашел караван, с которым мы поедем на восток. Поговори с его хозяином, когда будешь готов отправиться в путь. Мы попрощаемся с Декардом перед отъездом. Да, и хорошо. На этом кончается, собственно, первый акт, и это нас, погонщик каравана, переправит во второй акт. Но этим мы уже займемся в следующей серии. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.